Всем привет! Меня зовут Анна, мой канал называется «Сестра Анна» и «Сестра Аннушка». Я буду делать это видео на два канала, так как на втором видео у меня канал о похудении. И данное видео будет актуально о пирожках ппшных. Так что давайте, смотрите, как готовятся ппшные пирожки, мои хорошие. Для этого нам понадобится кочан капусты. Ну, не весь, конечно, а увидите, сколько. Можете и весь порезать, если хотите. Также вам понадобится такой армянский лаваш. Он недорогой, 40 рублей, морковка и лук репчатый еще. И петрушка с укропчиком, зелень, в общем. Вот такой нехитрый набор. И потом, лично я, допустим, у капусты всегда верхнюю часть отрываю. Не знаю, как вы, но я всегда почему-то так делаю. Ну, я не могу, может быть, отмыть ее или что-то, верхнюю часть грязную. Поэтому мне как-то, не знаю, проще ее снять, выбросить эту верхнюю часть. И потом, собственно, кто как, в общем, я вот так делаю. И потом, собственно, просто шинкуем капусту. Кто как, кто как умеет. Я умею вот таким образом. Сейчас вы увидите. Парды денежки снимаю, про еду и про рецепт. С вами я вес уменьшаю на ютубе, вот секрет. Видео мое смотрите, подпишитесь, не ленись. Все рецепты повторите, с нами вместе вес унись. С нами вместе вес унись, вес унись, вес унись. С нами вместе вес унись. Сестра Аннушка зовет, худеешь ты, худею я. Подписка счастье принесет, здесь спасение для тебя. Каждый день я снимаю про еду и про рецепт. С вами я вес уменьшаю на ютубе, вот секрет. Видео мое смотрите, подпишитесь, не ленись. Все рецепты повторите, с нами вместе вес унись. С нами вместе вес унись, вес унись, вес унись. С нами вместе вес унись. Сестра Аннушка зовет. Худеешь ты, худею я. Подписка счастье принесет, здесь спасение для тебя. Ну, в общем, все наглядно видно. Все это я нашинковала, порезала морковку, лук, капусту. Все теперь переминается. Переминается вот таким образом. Потом петрушку также я нашинкую. То есть все это нарезается, шинкуется. Морковка, лук, петрушка, укроп, капусточка шинкуется. Все это перемешивается вот таким образом, да? Вот кулачком потом можно, чтобы сок удало. Вот таким образом все перемешивается, ма хорошая. И дальше будет, смотрите внимательно. А, еще пробуйте, да, на соль. То есть, если вы посолили такие, да, перемешали, попробуйте. Если соли не хватает, попробуйте еще. Ну, это ежу понятно, как говорится. Все это перемешивается. Я еще люблю в процессе, когда готовлю, одновременно чистоту соблюдать. Там тут же доску помыла, повешала сушиться. И все, вот так вот вы на сковородочку кладете капусточку. Отдельно получается, смотрите,
Отделяете свежую капусту отдельно, другую капусту кладете тушиться или жарить, можно сказать, да. Одну капусту, которую свежую, перемешиваете со сметаночкой, а вторую вы просто оставляете тушить и готовите вот такие вот, как они называются, армянские лаваши. Там дочка маленько уже покушала этот армянский лаваш, поэтому он маленько не целый чуть-чуть. А если целый, то сейчас я вам покажу. Вот смотрите, я вот так вот делаю, отделяю. То есть вот первая часть, допустим, вторая часть, например, да. То есть на три части делю в длину. И вот таких, допустим, у меня, по-моему, около 8 получилось, да. Вот смотрите внимательно, проделываю процедуру с каждым армянским лавашом. Вот таким вот образом, а хорошая. Ну, где-то около 8 должна, 8 получилось, 8 штук. А дальше, извините бога ради, я просто забыла. Вот вы можете дальше класть так, как вам удобней. Просто я давно не делала, я подзабыла. И сейчас будет маленечко цирк Шапито. Я начала вспоминать, как же я крутила. И вспомнить не могу. Но потом, конечно, все пошло у меня нормально. Сейчас раскручу. Вот почти правильно у меня получилось. Нет, не так, не так. Ну, в общем, каждый находит способ для себя свой. Я нашла вот такой, друг на дружку, потом вот так вот, и потом снова. И вот так вот вы складываете. Почему пирожки? Потому что все равно это все будет обжариваться. Все будет обжариваться, и реально, когда будете кушать, это будет по вкусу напоминать пирожки. Кстати, когда муж пришел, попробовал, он сказал, что со свежей капустой ему понравилось больше, чем с тушеной капустой. Ну, я делаю, да, два варианта. Еще вы можете так делать, допустим, с картофельным пюре, например, если хотите. С вареньем, конечно, я не пробовала ни разу. Вот с картофельным пюре можете сделать. Я вот с капустой люблю делать. Вот, получается, почему я обжариваю? Потому что, когда обжаренная, она вкуснее. Она, говорю, они вкуснее, пирожки вкуснее, можно так сказать. И мне надо было тот конец, который вот, да, торчит, чтобы он тоже, как сказать... Филипп прилип, можно так сказать, да, вот, и поэтому вот это получается, у меня еще даже, вы знаете, осталось, это вот теперь уже жареная капуста, которую мы пожарили, делаем тоже, нарезаем столько лавашика, сколько вам надо, вот, делаем, я вот, мне вот так вот нравится делать, то есть суть в чем, вы можете делать так, как вы хотите, я делаю вот так, но суть в чем, да, как вы поняли, свежая капуста, тушеная капуста. Либо можете чисто тушеную всю капусту сделать, либо можете всю свежую сделать. Можете первый раз сделать и ту, и другую, чтобы понять, что вам больше нравится. Тушеная, ну, как жареная, либо свежая, чтобы для себя понять. А складывать вы можете как угодно. Вот, как вам душе угодно. Мне его нравится вот таким образом. То есть, мне нравится вот таким образом. Вы можете больше нашинковать капусты, чтобы на все тортильи хватило, да, на эти, на лаваши армянские, то есть. И у меня получается, вот я уже поняла, как складывать, нашла для себя, как бы, да, вариант. Нашла для себя вариант, как мне складывать, вот таким образом я начала складывать. И вот получается, что у меня получилось 5 пирожков из тушеной капусты и где-то 7 пирожков из свежей капусты. И дальше у меня сын уснул, и поэтому я буду, как уже со звуком там я снимала, все нормально. Там уже в процессе готовки будете слушать меня. Сейчас я могу хоть разговаривать маленько, ну, нормально. Сковородку я не стала мыть, потому что тут масло осталось. Еще маленько масла добавила. Вот, здесь получается как пирожки ппшные, которые с этой, с капустой, которые тушеные. 5 штучек. Будем жарить по 3, наверное, да? Все, сейчас будем обжаривать. Можно на шестерочке обжарить. Нам самое главное, чтобы как бы закрепилось. Все, жарим, моя хорошая. Короче, мне дочка звонила, поэтому это... В общем, я уже перевернула. Вот на шестерке жарим. Вот.
Вот так. Ну, то есть этого достаточно, не обязательно прям вот обжаривать там. Совсем, совсем сильно. Главное, что вот это вот Филипп прилип. Главное, чтобы Филипп прилип. Просто. Вот этот вот. Вот этот вот карманчик, да? Прилип, Филипп прилип. Если хотите прям ПП-ПП, прям ПП-ПП, прям, то можете второй раз уже подсолнечное масло не наливать. Но я налью, как бы я не боюсь жира. Я не боюсь жиру. А кто боится жира? Потому что я не разделяю плохую еду и хорошую. Вот, просто я знаю, что есть вот такие ПП-пирожки. Еще как-нибудь надо приготовить. Будет возможность. Я раньше, когда разделяла в свое время на плохую еду и хорошую, то у меня было это, как ее, печенье делала, ПП-печенье, знаете, овсяное. Вот, надо пасанелью готовить, я забыла уже. Еще я делала ПП эти сосиски, делала, или колбаски ПП. Вот тоже могу, ну, раз такое дело, кому интересно, могу повыкладывать на второй канал. Ну, в принципе, могу на тот и на другой выкладывать, то, что связано с диетологией, там. Могу на это... На второй канал, на первый. То есть два канала, сестра Аннушка и сестра Анна. Ну, в общем, жарится вторая сторона. Вот на шестерке я жарю. У меня плита на шестерке. Вот, одна плита на шестерке, значит. На широкой. На широкой кругляшке. Большая сковородка, в общем. Вот жарю. Не знаю, сейчас засекем. Вот сейчас, допустим, 18:49. Ну, может быть, 5 минут на одной, там, 4-5 минут на одной, 4-5 минут на другой. Блин, девочки, ёпсель-мопсель. Подгорели чуть-чуть. Маленько там я... В общем, извините, бога ради. Короче, на шестерке если, то буквально, блин, ну, 3 минуты. Ёпа-мать, ну, чуть-чуть подгорели. И, блин, пипец. Чуток. Отвлеклась маленько. Вот, хватит. Не надо много. Короче, вот. Ничего, главное не пережаривать. Три минутки буквально. Три минутки. Сейчас вот 18:53, 2-3 минутки. Вот, вот так. Это не считается. Ладно, ничего страшного. У всех бывают жизненные огорчения. 2-3 минутки, которые со свеженькой капусточкой. И которая, блин, маленько вытекла. Это делается для чего? Чтобы водичка попала, поэтому пар идет. Сейчас 18:54. И 2 минутки буквально, ну, 18:56 будет. Переворачиваю. На шестерке 2 минутки. И Вася кот. Даже вот минута прошла. Я уже боюсь пережарить. Даже минутка, вот, буквально. Все подгорает чуть-чуть. Все, девчонки. Минутка. Минутка. Может, и не девчонки, может, кстати, и мальчишки. Может, и мальчишки тоже смотрят, кто его знает. Мне кажется, все это время снимала, придется там вырезать. Я там смотрела. А, Филипп прилип! Блин! Этого вы не видели. Там Филипп прилип. А почему Филипп прилип? Это что за херня? Прикиньте, между собой. Не надо, надо было, девчонки, к себе не прикладывайте никогда. Друг дружке. У меня вот один вытек, девочки. Я что-нибудь придумала. Ну, не огорчайтесь, если что-то не получилось. Никогда не огорчайтесь. Сейчас как-нибудь прилипнет, может быть. Ну, то есть эта зажарка, она идет для чего? Чтобы приклеилась, да? Не отлипалась. Вот для чего идет пирожочек. Поняли, да? Уже хочу пожрать. Уже хочу попробовать ПП пирожки. Надеюсь, вот это вытекло. Я все мог все. Ну, получается, жизнь не огорчение. Сейчас минутку ждем. Что я там снимала-то хоть?
минутку подождем. Все, долго не надо. Видите, она подгорает херам собачьим. Долго не надо. Либо ставьте на другой огонь там. На пятерочку, может быть, ставьте. Вроде там, где дырочка была, образовалась. То есть друг дружке не кладите под любой. Это я ошибку сделала, то прилипнет. Сейчас-то можно, сейчас они поджарились. Сейчас-то вроде как можно друг дружку положить. Когда они сырые были, то, вот видите, вот так. Не подгорело даже, нормально выглядит. Все, и буквально сейчас тоже минуточка, и можно тоже с огня снимать. Ну все, долго не надо тут. Не надо, вот. Вот и все. Вы можете складывать вообще так, как, ну, в смысле, конвертики-то вот эти. Вы можете складывать так, как вам хочется. Я просто подзабыла, как делать. Мне самое главное, чтобы потом, как бы, да, ничего не выпало. На то не пирожки. Все должно быть закрыто. Вот здесь дырочка, здесь косяк. Один косячный получился. Ну, в общем и целом, как бы, готово. В общем и целом все. Все, сейчас будем пробовать, девочки. Иначе никак. Все, я выключила, да? Вот так вот получается. Вот они, да? Вторые, которые просто с капустой, свежей, не стушеной. Сейчас все надо плиту мыть, все убирать. Блин. У меня телефон нагрелся маленько. Вот такая у меня прическа новенькая. Как будто у меня хвостик, да? Вот, пожалуйста. Эти, получается, пирожки получились со свежей капустой. А это пирожок с тушеной капустой. Давайте я подгоревший попробую. Сколько у меня подгоревших получилось? А буквально два. Ничего себе, один подгоревший. Ну вот, маленечко подгоревший, попробуем. Чуть-чуть, он не сильно подгоревший. Так, и какой-нибудь со свежей капусточкой давайте попробуем. Да? Ну вот такой, вот два этих попробуем. Надо же попробовать еще, правильно? Короче, не знаю почему. Какой-то луч падает, скорее всего, от ламп. Давайте пробовать, в общем, таким. Как вот не сделать? Чай май зеленый. Первый пирожок. Это будет пирожок с капустой со свеженькой. Девки. Я вам советую. Но если вы боитесь жира, то я вам советую на антипригарной сковородке жарить без масла. Блин, это ПП-пирожок настоящий. Девки. ПП-пирожок, я честно слово говорю. Где тут бездрожжевое тесто? Капуста. Морковка. Да? Укроп. Петрушка. Настоящий ПП-пирожок, девочки. Настоящий ПП-пирожок. Настоящий мукбанг получается. Сейчас я загуглю, сколько калорий в ПП-пирожке с капустой. Так. Привет, я Алиса. Я обновилась и стала удобней. Смотри, что я умею. Сколько килокалорий на 100 грамм в пирожке, ПП-пирожке с капустой?
сколько килокалорий в одном пирожке с капустой, ПП-пирожке с капустой? Сайт healthdiet.ru дает такой ответ. Энергетическая ценность пирожок с капустой составляет 214 килокалорий. Процент от РСП калории 214 килокалорий, проценты белки 4,4 грамма, проценты жиры 7,1 грамма. А, она неправильно загуглила. Проценты углеводы 33,6. На обычный пирожок нужно ПП. Сколько килокалорий в ПП пирожке с капустой? Вот что нашла в сети. Калорийность печеного пирожка с капустой не превышает 129 килокалорий на 100 граммов. Да блин, я же сказала ПП. То есть почти вдвое ниже, чем жареного. Соответственно, один пирожок подарит едоку от 96 до 103 килокалорий. Сколько килокалорий в диетическом пирожке с капустой на 100 грамм? Сколько килокалорий в диетическом пирожке с капустой на 100 грамм? Нашлось в интернете. Калорийность печеного пирожка с капустой не превышает 129 килокалорий на 100 граммов, то есть почти вдвое ниже, чем жареного. Соответственно, один пирожок подарит едоку от 96 до 103 килокалорий. Короче, иди в жопу. Вам бабушка нашептала другой рецепт. Поделитесь. Да. Я хочу сказать, что ты иди в жопу. Кто сам без греха, пусть первым бросит в меня дизлайк. Хоть чуть-чуть подгоревший? Чуть-чуть. Ну, блядь. Ой, объясните за мат. Очень вкусный. Чуть-чуть. Я просто, чтобы мужу не достались подгоревшие. Так. Как тебе сказать? Тупорылая какая-то. Так, я сейчас так закуплю. Калорийность. Калорийность. ПП пирожка с капустой. Написано, что калорийность ПП-пирожка с капустой составляет 175 килокалорий. 175 плюс 175, 200, так, 350, что ли? 350 килокалорий, два пирожка. Однозначно, это намного диетичнее, чем есть обычный пирожок. То есть вы бы так бы смогли съесть один пирожок дрожжевой? А так вы кушаете два пирожка. Даже какой-то раньше был ВК-группа, типа сытая и не голодная. Я если буду вспоминать раньше, я просто сейчас не разделяю плохую еду и хорошую. Но пирожки лучше буду есть так. Все равно. Мне так даже вкуснее, чем есть их. Ну, знаете, как такие дрожжи там. Так вот. Говорю, печенье еще бывает диетическое. Там с овсянкой надо вспомнить, как готовить. Может, приготовлю, если хотите. Пишите. Пишите, если вам интересно, ПП печенье как готовится. В моем исполнении, как я буду готовить. Потому что бывают вот эти вот блогеры, у которых все красиво на картинках. Показывают без косяков, у них так все классно. А я могу показать даже, что возможно косячно получится. Возможно там так-то. Если у меня два пирожка сейчас
косячных даже три получилось. Но тем не менее, остальные-то нормальные. Два маленько подгорели, один с дырочкой. Ну, зато показывается целая картина кухни, говорится. Так что вот, ребята, советую, даже кто не худеет, такие приготовить. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал в описании моего канала, либо в описании этого видео. На другие, то есть мои площадки, там Рутуб, там никого нету вообще у меня в Рутубе, на Дзене вообще никого нет. На Рутубе вроде 2 подписчика, на Дзене 5 подписчиков, одна из них это я. А в Телеграме было 24, но возможно кто-нибудь отпишется, поэтому не знаю, ну там тоже около 20 человек. Ребятишки, это просто, я не знаю. Ну, лично для меня это не то, что кайф, это оргазм. Оргазм желудка. Так что, если вы хотите тоже испытать такой оргазм, попробуйте данные пирожки, ПП-пирожки. Можете просто не в целях похудеть, а просто так приготовить. Вот. Ну, допустим, кто-то хочет себе желудок ловить. Приготовил себе ПП-пирожки и сожрал 3-4 пирожка. И все, не хочет есть. Потом что еще? Ну все. Всем спасибо, мои хорошие, мои заюшки, что посмотрели мое данное видео. Поставьте, пожалуйста, лайкосик на данное видео. Не теряйте меня, не отписывайтесь, пожалуйста, мои заюшки. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Приходите ко мне на трансляции, там я бываю чаще. Пока.